Я стал думать о том, что тема мусора важна и надо что-то делать еще. Соответственно, мы в Астрахани провели акцию «Блогеры за чистоту» зимой, где мы в городском парке поставили несколько, там, 50 урн, по-моему, и договорились с администрацией о том, что она будет этот мусор из этих урн вывозить. Дальше у нас появился новый стиль, новая символика. И в 2012 году, опять же, когда осталось 100 дней до следующей акции, мы провели еще один тренировочный субботник. Провели конкурс социальных роликов. Что это такое? Я подумал, что будет здорово, если люди запишут какие-то ролики, посвященные вирусные, посвященные тому, что мусорить это плохо. Мы выделили приз 300 тысяч рублей, и любой человек мог создать ролик и прислать нам на конкурс. Пришло где-то 50 работ, соответственно, мы их отобрали и победителя определили.